Концерт «Старый Новый год» с большим оркестром станет красивым заключительным аккордом в череде праздничных музыкальных событий наступившего 2018 года. Его программа настолько разнообразна, что порадует поклонников музыки разных поколений и музыкальных пристрастий. Исполнит вечно зеленые неувядаемые мелодии Ульяновский государственный академический симфонический оркестр губернаторский под управлением приглашенного из Рязани дирижера Сергея Оселкова. Я сформировал программу таким образом, чтобы концерт представлял из себя некий такой музыкальный коктейль от классической эстрадной музыки, от популярных мелодий, естественно, включая даже рок-композиции. Поэтому как бы в небольшом количестве, но она будет присутствовать. Уж популярнее, чем Deep Purple, наверное, трудно найти. Потому что это рок-музыка – это неотъемлемая часть музыки 20 века и 21-го. Поэтому без нее в таких концертах, на мой взгляд, в ретроспективных, так скажем, да, концертах не обойтись. В программе концерта прозвучат саундтреки из знаменитых фильмов 20 века «Рэгтайм» и «Ранний джаз», «Аргентинская танго», оркестровые пьесы Лероя Андерсона и Генри Манчини, композиции группы «Абба», а также «Deep Purple». Ирина Антонова, Руслан Баталов, новости «Ульяновской правды».